Красивый фон создаете этой мелодии. Пожалуйста, конец. Тогда будет красиво, выпукло, будет красивая гармония слышна. А если вы будете заглушать, то будет непонятно, что это. Пожалуйста. Услышали? Пам-пам-пам-пам.
Так, игру. Надо каждый долгий звук надо не затихать и не закрывать, вот, а раздувать. В старом замке грусть на... Наоборот, раздувайте, соединяйте. А вы затихли. Еще раз. Вы бой, объем. Опять, мы тоже об этом говорили. Почему виолончель имеет вот такой ящик, и она звучит гуще, а контрабас еще гуще. А флейта пикколо вот такой. И так у нее тоненькие звуки. Объем. Если вы хотите густоту, что вы должны сделать? У вас должен быть объем, полный рот, который вам взяли и туда много всего налили. Прям вот полный рот. Давайте встаем. А вы аккуратненько, у вас другая функция. Пошли. Поняли меня, да? Соединяйте весь так, пожалуйста. А кто поет, кто у меня вторая сопрано? Поднимите руки. Маловато. Давайте первые альты туда же, а вы внизу останетесь. Спойте первые альты тоже себе вместе. Здесь нужно более такое бархатное, знаете, хорошее звучание. Пошли и... Это уже с помощью ноты фа перейдите сюда, поняли? Некрасивая. А здесь ваш звездный час. У них мелодия, давайте. Песня старая, песня грустная. Крещендо-рам-за. Поняли, да? Объединяем по словам.
находить. Да. Замок, внизу написано ваши слова. Замок слушает песню. Замок. Вы же поете то же самое, что поет они. Спойте, пожалуйста, мне. 38-й этап, первый сопрано и второй ты. Замок. Раз, креп. На верхних нотах животом подбираете, кулак зажимаете. За. И рот не бойтесь открывать, выплевываете вперед звук. За, пожалуйста. И опять и дети, и взрослые делают. Вы будете так. Замок слушает. Даже на 32-ю. И то должна быть гласная услышана. Замок слушает. Если вы сделаете правило открытого слога, выполните этот закон. Помните, что это такое? Это согласное туда. У вас получится. А иначе будет замок слушает. Красиво? Нет. Замок слушает. Так. А Сева, тебе надо будет подумать и на эти произведения, да? Валерия Анатольевна. Что у нас будут юноши петь? В принципе, будет красиво, если они будут петь партии и внизу опоры, это будет очень красиво. Давайте. Подумайте на эти партии. Какие зубы у вас называются клыками, знаете, да? Чтобы они были видны. Верхнюю губу поднимите. И нёва. А, корень языка опущен. Нёва. Круглая. И вперед. Фонарь, светящий вперед. Давайте. Ра-та-та-та. Отсюда выплевываем сюда, пожалуйста. Да! Если вы думаете, что спеть, вы уже повторили лицо сделать как нужно, не можете. Вот это вот не получается. Подаем, вперед подаем, отсюда, сюда. Опять со словами. У вас понятно, какие слова, да, первые собраны? Вы с ними, вы от звучка, а вот октавы от них. Короткие ноты должны гласные перетягиваться к более длинным. За мак слушает песню. Понимаете, да? Замок слушает песню. Вот у вас сплошной поток должен идти, а губами мы слова согласные делаем. И то в какой момент. Ну-ка скажите мне наше упражнение. Замок как? За. Мак. Кто шипит? За. Мак.
А кто рот закрывает? Очень интересно. Я же вас всех вижу. Несколько. Типа за, ба. Правильно сделал сейчас? Конечно, нельзя закрывать рот. За, ма, ксу, ша, е, тпе. Вы понимаете, да? Вот если сделать, тогда будет легато, будет антилена, вот это бельканто красивое то, что, да? Ну-ка, пожалуйста. И вот это сделайте, девочки, гримасу сделайте, щек поднимите на глаза. Вам попозже. Целый тон здесь. Одну альтовую партию сыграем. Мы когда-то учили тон, полутон, тон, полутон. Помните, да, только мы первую ноту спели? Целый тон. Вторые сопраны, что вы поете? Фа дистан. А. Дальше. Теперь целый тон. И целый тон. И потом соль. Соль потом, да? Поняли свои ноты? Так, вы что поете? Соль, дубль, диез, давай. Сыграй квартиру. Полутон, целый тон. Полутон. И полутон. Значит, смотрите, у вас целый тон, полутон. А у вас наоборот, полутон, а потом целый тон. Поют сейчас сопрано первый и альты. Дай ножки. На А. Oh.
Напевает, мы не будем. Идет. И пришили. Вот, вот это вот надо идти, когда звук за звуком, слово за словом, слог за словом. Не надо ударять каждый. Не нажимайте. Мы ведем мелодию и не нажимаем каждый звук. Попробуем это. Прямо это вместе. Ля диез фаркнули. Что я сейчас сказала? Попробуйте сделать. А что, не нашли? Все поем. Все поем. А вы тихонечку дай, да? А диез у нас. 66-й этаж. Так, у нас прозвучит вот так. Вы скажите, Вокальная линия. И куда она идет? Так, откуда берем? Будьте добры, 61-й такт, и он же 62-й, да? И у вас тоже самое. Сонный, мы не будем, правильно? Сонный, да, какие там у нас слова? Сонный, да, не туманный. Скажите. Сонный, да, не туманный. Еще раз. Сонный долине туманный. Так, значит, вот где тянется звук, а куда придем? Пошли. Поехали. Вы должны почувствовать, и вам это должно доставить удовольствие, как из вас красивый, узкий, светлый, красивый, прозрачный звук вылезает. Вот вы сидите, а звук вылезает. Непрерывно. Да, пошли. Если я не буду из себя вылезать, споете так? Все равно толчок был. Продолжение. Толчок был все равно. Послушайте. Что вы сделали? Сейчас же лучше было, давай еще раз.
берем 80, вот так, сейчас вспомнится. Кто-то тоскует о счастье, ведь звучит и на другой. Слышится голос тумана, а у кого-то просто голос тумана. Печальный, печальный. Увидели, какой печальный? Я могу сказать, что мы слушаем печальный. Значит, кто-то тоскует. Я из того, как вы сейчас поете, я понимаю, что вы первый раз после долгого перерыва, но тем не менее, из того, как вы поете, я могу заключить, что у вас хорошая, счастливая жизнь. И тосковать, вы не понимаете, что не тосковать, а красивым голосом тосковать, это особенно интересно. Надо вам сказать, ребят, я напомню, когда-то, когда только начали это петь, это я пришла к Владиславу Геннадьевичу Соколову, старше его помню, да, вот, и попросила сделать приложение. Он все говорит, невозможно, это невозможно, это так. Потом я ему принесла нотную тетрадь, карандаш, ручку, все, пошла к нему домой, все это положила, и он удобся. И он уже тогда был в определенном возрасте. Вот. И вот сам эти слова он сочинил. Эти слова он сочинил. А мне ждали задание в издательстве «Музыка» сделать сборник, посвященный Мусоргскому. И мне дали Александрова, что ли, ее фамилия, ту самую поэтессу, которая должна была сделать. Но мне пришлось туда какие-то слова ее поставить в сборник, но мы поем слова Владислава Геннадьевича Соколова. И он с высоты своего возраста, и с высоты своих прожитых лет, и печали, и каких-то проблем, он, как многие талантливейшие люди, у него было все, и зависть, и проблемы, и все было, и была грусть, было что вспомнить, и было что-то такое. И вот он эти слова написал. Вот если с его стороны, с его психологией как бы начать это петь, это как получится? А у нас мы счастливо живем. Я говорю, я очень рада за вас, мои сыночки. Я очень за вас рада. Ну давайте мы войдем в образ. Мы же артисты, певцы, это артисты. В профессиональных коллективах, знаете, как называется профессия в трудовой книжке? Знаете, что написано? Артист хора. Артист хора. Не случайно слово артист хора. Вот давайте мы изображаем это. Пожалуйста, кто-то тоскует о счастье. Дай-то он даже будет добрать. Сейчас, какой-то... Это у нас 80-50-е. Тянет. И тянется. Не просто кто взяли и все. Тянется. Кто? Здесь вот, например, песня, старая песня, грустная. Мы привыкли, что первые доли в теории называются сильные доли. Это очень часто, я вот этот момент подчеркиваю очень часто в хоре. Когда первые доли по теории, она сильная, а у нас, нам же сказать, песня старая, песня грустная. У нас наоборот, ко вторым долям 6 восьмых, это 3 плюс 3, понятно? Та-та-та-та-та-та. И получается не так песня, старая песня, песня старая. Понимаете, что я сейчас сделала? И дальше, а над рекой еще интереснее. Над рекой, в этом такте нет ударения. Не над рекой, а над рекой. Понимаете, да? Потому что вот у нас очень часто в пении не надо на сильные доли делать ударение. Надо объединять. Давайте песни старые. И пошли. Иметь позицию. Вы взяли дыхание, а потом стали приспосабливаться к позиции. Понимаете? И вот она уже эта нота. Понимаете меня? Так, перед этим. Нажали.
значит вы соль, сыграй соль. Нет, соль. У нас ля диез есть, да? Нет, соль диез даем. А потом что-нибудь? Почему? Я когда не собрана, не поняла, извини. Соль, ля, до. Да? Сыграй. Потом. Еще раз второй сопрано. Оно, кстати, зачет. Ля зачет. Почему это оно у нас? А что мы с ним делаем? Значит, то, что у вас было? Да. А мы не ля, а до. Так оно там зачетно, просто очень плохо распечатано. Не пропечатано. До, а вот оно, до. Хорошо. Значит, мы перед этим. Вот последний аккорд предыдущей фразочки. Соль, теперь ну-ка. Сняли. Дальше. Ре у вас, альты. Ре вы спели, сотый такт. Ре, потом сыграем партию. Маленький хроматизм, потом целый тон. Понятно ваша партия, да? Вот. Сыграем мы тоже мир. Все вместе можем? Кварт секс минорный. Нажали. Набрали, кто-то ушел. До никуда не уходит, да? До никуда не уходит. Еще раз. Мы нажмем его и уйдем. Пошли. И опять. Очень важно. Когда вы короткое снимаете, не закрывайте рот. Иначе получается... А, вот успели. Надо сначала закончить звук, который... А потом уже закрыть. Иначе призвук ам получается. Еще раз. Понятно, откуда хочу? Пошли. А, нажали. А. Объемно, округло, красиво и, в общем-то, без призвуков индивидуальных вот каких-то, понимаете, чтобы длилось. А это для этого крепкое дыхание, пробивание и полет. Дальше. Нашли? А теперь сыграй больше несколько тактов. Швы, ребята, это очень важная вещь. Швы надо делать обязательно. В принципе.
принципе, все нашли, но некоторые мяли, въезжали в этот зуб, потому что вот вы... И вот как перевернутый стаканчик сразу поставили, а вы смяли, и ваш куличик не получился. Еще раз. Тише, тише, тише. Маленький.
объемом и накоплением во рту и посылать вперед, а не кричать. Еще раз, пожалуйста, славься народ. Славься народ. Соль миллион. Славься народ. Славься народ. Славься, не надо орать. Пошли и... Oh.
Читай, хочешь, не знаю русского языка, но на книге все равно остался. Картина, нарисована, а композитор нет. Я в детстве этого не понимала, а ходила очень много на концерты. Я рассказывала вам, у меня мама была тоже музыкальная, и я ходила по 3-4 раза в неделю. И эта музыка хорошая, это плохая. Когда я выросла, и эту музыку известную уже знала, я поняла, что не музыка хорошая и плохая. После иногда было хорошее исполнение, она иногда была шикарная музыка, только плохое исполнение. Ребенок этого не различает. Но мы с вами различаем, поэтому, пожалуйста. Вы знаете, откуда? А, сопрано. Вот спойте красивую мелодию, это 4-я цифра. На ла пока. Мне нужно, чтобы зубы звонко звонкой, сонорная, согласная. Она нам даже звонит. Если ла-ла-ла тупым языком, то не получится. Ла-ла. Скажите ла. Звоните. Ла. Очень трогательно надо спеть, пожалуйста. Дай мне до бемоль. Одни первые собрали. А ну послушаем, какие они у нас трогательные. Отсюда дай тон им. Найдете? Животу можете себе помочь. Рукой к животу. Как... Еще одна.
там был в коленке. Со словами давайте. Опять же, они сделают. Сам начало. Сам начало. Конец твоего выступления. Со словами. Во время задержки дыхания уже слог. Согласны, когда витолиспека, мне нравится, витолиспека, понимаете, да, мне нравится, что когда даже короткая нотка, гласная красиво прозвучит, надо показать красоту вокала, красоту голоса, и когда будет настроение, во время задержки уже нота готова, да? Самое трудное для хора, что все, надо все притереться тембрами, позиции. Кто-то открыл рот, кто-то пел этим местом, кто-то пел, открыл шею, снова и вперед. Вот открыли и туда. И получился звук расщепился по тембру. Кто-то сделал, как я хотела, а кто-то не сделал, пожалуйста. И опять же, видите, скачок ре ми ка си ми, видите, нотку, посмотрите, да? А потом ре до. Получается, в этом скачке нижнюю ноту надо уже подготовить. Какое у нас с вами правило, знаете, да? Восходящий скачок поется, нижний звук поется в позиции верхнего звука. Вот и делайте. И пошли. Разного, да? Д, И, КВИ. Поняли? Это та же И туда же должна пойти. А, аля, а. А, ну смотри. А. А. Триоль получилась ровная, не прыгающая, вам надо ноту, когда они поют до прицеля. Понимаете, да? И будет скакать вот так вот. Опять это уже. А, приготовили рот, острые зубы. А, на меня. Thank you.
Семёновна. Thank you.
свободно. Вы сядьте, пожалуйста, не вот так вот, да? А сядьте, чтобы хвостик начал. На бедра. И плечи висят, как повешенные. И вот открываем, и все выливается свободно. Я вторую страницу, давайте. 16 этап. Алло, бемоль. Середина фразы. Маша подпишет, мы в группу скинем и все перепишем. Чтобы не тратить время, да? Давайте так. Таким голосом. Аллилуйя! Может, так не ожидаем. Академический год. Мы поем, мы должны петь такими же голосами, как поем тот же в Большом театре, в Ласкало, в Миланском, в Константинополе, через это в итальянском. Мы академическая манера, классический звук лучших образцов, понимаете? Сейчас,
Раз, два, четыре. Раз, два. Пятая цифра, одни, вторые, собраны. Нет, играй комплимент, не надо, друзья, не привыкают. Раз, не надо, я еще не учила. Раз, два, три, три, еще раз. Что делаем? Одни, вторые, собраны с пятой цифрой. А мы дальше. Чего? А это ты выходишь пять? Нет, вы с ним будете, а потом перейдем на своем. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Понятно, да? Начинаем. Раз, два. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Тири-т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 и. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Получается, видите, да? Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Да, сходите вниз. Раз, два, три, четыре. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Сыграем партию. Еще раз. Впервые. Раз, два, три, четыре. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Так вот, пожалуйста, не этим местом, а здесь. Острее, острее. Иголочка. Аллилуйя. Как бы стаккатная манера. Раз, два, три. Острая. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Сыграй вот это, шестая цифра. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
попали. Бывает еще раз. Перед идущий так. 28-й. Раз. Ре-ре-па, ре. Туля. Раз, два. Ре-ре-туля. Раз, два, надо сказать и попасть на ре еще раз. Перед идущий так. Раз. Ре-ре-па, ре. Раз. Туля. Раз. Девочки, вот в 18-м такте. Вот здесь. Раз. Попадете, да? Ну давайте. Из-за такта, 28-й такт. Раз, два, три, четыре. Аллилуйя, аллилуйя. Раз, два. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Так, пожалуйста. Теперь у нас одни альты. Одни альты. Ребята, а вы сообразите, что петь? Да. Так, Сева, Муха и Кубой, да? Саш, тоже кто у нас там? Муха, сосед, Кубой. Профессионалы обязаны. Пожалуйста, а ты играешь? Давай. Раз. Ре. Пятые цифры. Не надо их партию. На следующий надо первую долю сыграть. Давай. Два. Аллилуйя. Аллилуйя. Ну скажите четко. Что у вас там? Фи-фи-фи-фи, да? И раз, два. Аллилуйя. 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 Thank you.
Я вам будет вторник назначить, если вы придете. Ну, лучше, наверное, добавить. На партии добавить. А общие репетиции оставить общими. Тань, берем вторник. Вторник в 7 часов. Кто может, придет второй раз, а может кто-то, кто сейчас не пришел, тоже будем учить. И будем просто, мы, если поучить внимательно, то тогда будет, конечно, понятно. На конкурсы «Хрустальные часовни». Бортнянский, да исправится, мы в прошлый раз пробовали, что-то кто-то помнит. Киселев, отче нас, кто учил, кто не учил, не знаем. Отче наш, это у меня не спело. И Рахманинов, молитвах не усыпающих Богородица. Вот четыре у меня духовных, посмотрим, что из них получится. Значит, во вторник мы первую сейчас получим. Точно, совершенно по партиям, чтобы скорее это изучить, чтобы знать, какой мотивчик петь, чтобы осталось время, потом еще как-то все это соединять, если опять, а потом еще если, а потом акапельные, наверное, получим. Спасибо.